Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Руслан, два поражения. В какой мере это следствие собственных ошибок, в какой мере судейские ошибки, в какой банальное невезение? Все-таки две перекладины – это что-то из области нефарта, правда? Ну да, из области нефарта, но я считаю, что мы должны смотреть на себя, отталкиваться от своей игры. И если мы не выиграли, виноват только мы. Не судьи, там, нефарт. Можно было создать больше момента, забить, поэтому считаю, виноваты мы. Что думаешь о матче с Торпедо? Почему игра вышла настолько вязкой? Ну, встречались два лидера. Никто не хотел проигрывать. Ну, терять очки как-то. Такие игры бывают, когда, ну, на кону, я не знаю, 6 очков. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но все-таки, как думаешь, в равных составах было бы больше шансов, чтобы додавить Енисея и спасти игру? В принципе, ты и так, получается, второй мяч забили. Начали мы тайм хорошо. Я считаю, надломил нас чуть второй гол. Не пропусти его, я думаю, мы вообще выиграли. Так, имеем то, что имеем. Ошибки какие-то мелкие складываются. Результат, в том числе и моя. Со стороны показалось, что игра с Енисеем вышла наиболее целостной из трех весенних матчей. А у тебя какое мнение на этот счет? Ну, наверное, да, по моментам и так далее. Я думаю, она самая такая, ну, целостная. Ну, не могу сказать, что с Краснодаром-то мы много моментов не забили также. Ну, просто мы давали создавать у своих ворот момент. С Енисеем это голы пришли, не знаю, со стандарта, аут, гол. Такие нелепые какие-то мелочи, которые нужно исправить. И я думаю, в следующих играх все будет нормально, и мы вернемся в лидирующую двойку. Будут болельщики рады. Ты очень редко пропускаешь матчи, не часто получаешь карточки, а про темпы твоего восставления уже ходят легенды. Каково для тебя смотреть на игру своей команды со стороны? Честно, тяжело, когда пропускал из-за карточки с Долгопрудным и с Хабаровском из-за травмы. Для меня это так нелегко было, но старался восстановиться как можно быстрее, поэтому лучше играть для меня, чем быть за полем. Больше переживаешь как-то за полем. Ну, на игре все по-другому, когда играешь. Рад, что наконец-то сможем сыграть дома? Да, я очень рад. Несмотря на то, что я не играю, хочу пригласить всех болельщиков на стадион. Нам нужна ваша поддержка.